Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни. Сказал, это будет тайной до момента представления, предъявления декларации, после чего комментировать что-либо тоже не намерено. Как будто вот кто-то за ней следит. Я везде это напечатал, я поэтому и взял, потому что огромное количество СМИ это напечатали. Ну, то есть она то ли беременна, да, то ли пол решила сменить. И об этом все узнают, когда она подаст декларацию. Ну, ладно. И вот жесткое задержание спецназом российского чиновника попало на видео. Представляете? Интересный вот инженер отдела ЖКХ администрации города Верхний Уфалей Валерий Читалов, значит, попался. Главный расхититель. Помните, как в этом в операции и другие приключения Шурика. Моргунов, который там якобы дружинник, прибегает, там хватает, этого, начинает трясти его там. И потом, быстрее, пойдем, пойдем. И тут Шурик возвращается, он ему, надо, у, проклятый, расхититель социалистической собственности, бам ему, у, проклятый. Вот приблизительно то же самое. То есть там везде вообще в России разворовывается все. Путинцами. Но самый проклятый это вот этот глава, главный инженер отдела ЖКХ. То есть это он все украл. Блин, жуть. Просто жуть.